Итак, награждается Костиков Евгений Геннадьевич, который прошел курс бойца на мануального терапевта и специального мануального массажиста. Вот тебе сертификат, такой вручается. И диплом вот такой красивенький, красная корочка, гербовая печать, да, голограмма гербовая. Настоящий диплом свидетельствует о том, что Костиков Евгений Геннадьевич, с такой-то по такой-то, прошел такой-то курс 29 декабря. Присуждена квалификация мануальный массажист с правом работать в медицинских учреждениях и в хозрасчетных физкультурных объединениях, клубах и салонах по месту жительства в сфере кооперативной и индивидуальной предпринимательской деятельности. О, как видишь, открытие собственного дела. Ну да, собственное дело. У нас потом будут эти франшизы, так что там можно, будем расширять салонную деятельность. Отлично. Прошу это все зафиксировать. А, подожди, еще рано, вот еще смотри, клятва тебе. С золотой дланью. Теперь твои руки, они позолочены знаниями и должны нести благо в мир. Так. Возлагаю. Я, Костиков Евгений Геннадьевич, торжественно клянусь, что отныне мои руки, знания и навыки, полученные в Академии телесно-ориентированных практик Альфа-ТОП, будут приносить только пользу и оздоровление любому, кто обратится ко мне за помощью. Я подтверждаю главный принцип медицины – не навреди. Так что мое мануальное воздействие рук теперь будет оказывать только врачевательское воздействие и целебный эффект. Во имя спасения и восстановления всех тел человека в качестве гармоничного божественного сосуда. Благодарю, благодарю, благодарю. 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 Спасибо. Да, на здоровье, отпускаю в мир с готовыми навыками.